сейчас. Вот зараза, стой! Кто еще в доме? Только мы втроем. Уходи, прошу тебя. Нет, видишь ли, у меня проблема. Мне некуда это спрятать. У меня двое детей. Они только что лишились отца. 5 дней. Ты в доле, и все довольны. Я в курсе, что у вас умер муж. Его убили. Я спер это у банды Миллера. Украл у Лео Миллера? Ты должен уйти из моего дома и не возвращайся. Не заводи свою пластинку. Мы по вызову о нарушении порядка. Разберись с этим дерьмом. Как быть с тем, что полиция не нашла убийцу моего мужа? Не будите спящую собаку. Ты слишком мягкая, Сара. Если хочешь чего-то добиться, будь немножко стервой. Чего тебе надо? Ты помнишь моего мужа? А сейчас катись из моего дома. На какое дно ты можешь опуститься? Стой! Не буди в ней зверя.